Сегодня у меня заболел живот, и эти боли, они у меня периодически. Очень много лет живот и спина болят, и я пью таблетки, самые сильные таблетки, я в них хорошо разбираюсь. Вот. Но боль никогда не проходит, и, в принципе, я уже много лет пью таблетки для галочки. В принципе, знаю, что у меня ничего не будет, кроме, может быть, побочных эффектов от таблетки. Вот. И сегодня также я сделала. И вот как бы ничего не ждала, и просто Тёма вот за меня помолился, и у меня вот сейчас ничего не болит. У меня сейчас ничего не болит, и так вот, если проследить, ни от одной таблетки у меня так ничего никогда не проходило. Вот сейчас вообще никак ничего не болит, вообще все классно. Я думаю, что это Бог. И слава Богу. То есть в течение длительного периода времени ты принимала таблетки и испытывала все равно какие-то ощущения? Это никогда не было так, что совсем все прошло. Может быть, чуть-чуть там на какое-то время, там где-то что-то было облегчено, но потом все возвращалось и так далее. Но сейчас уже вот там прошло, сколько прошло, не знаю, час прошел. Вообще никак, никаких признаков боли, вообще никаких. Все, хорошо, спасибо. Слава Иисусу Христу. Слава. Аминь. Пока.